Вы знаете, я думаю, что сегодняшняя ситуация в мировой экономике складывается таким образом, чтобы не очень хотелось верить, что повторение 2008 года вряд ли будет. И мы видим то, что Америка достаточно стабильно выкарабкивается из этой ситуации и показывает вполне разумные результаты. Немножко хуже в Европе, но и там, я думаю, что ситуация стабилизировалась. И если сегодня нельзя говорить о каком-то росте, то, по крайней мере, уже можно говорить об отсутствии серьезного продолжающего спада. Безусловно, азиатские рынки – это на сегодняшний день все-таки остается ключевым фактором. Но здесь бы хотелось обратить внимание, что не надо делать трагедии с того, что Китай перестал расти темпами больше 10% и растет темпами 7-8%. Но это огромный рост для такой огромной экономики. Поэтому я думаю, что кризис, еще раз повторю, формата 2008 года, наверное, нам в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать. При этом хотелось бы повторить то, что Россия остается разумным, стабильным, таким, я бы сказал бы, экономическим оазисом, может быть, не показывая чрезвычайно успешных результатов, но и не вселяя какого-то пессимизма. Я думаю, что Россия справится с теми вызовами, которые у нас сегодня существуют.